класс. Дети читают стихи. Я labyrinth.ru. Здравствуйте. Меня зовут Старченко Анастасия. Мне 9 лет. Представляю вашему вниманию авторское стихотворение. Я России гражданин. Недавно мне приснился сон. Родители подарили мне карту мира. Во сне я долго ее изучала. Нашла нашу страну, ее столицу, города, в которых живут мои родственники. Это было очень интересно. Проснувшись, я решила написать об этом стихотворение. И вот что у меня получилось. Я России гражданин. Подойду я к карте мира и найду страну Россия. Реки, села, города, столица-матушка Москва. Знаю я, там Кремль есть, площадь красная. Еще там часы на башне бьют, что курантами зовут. Посмотрю я вправо, влево, вот Саратов. Вот Самара, вот Рязань, а вот Тамбов, Муром, Пермь, а вот Ростов. В каждом городе страны скажут нам: я счастлив, я России гражданин, могучий и прекрасный. Спасибо за внимание.